период с 6 по 7 марта с участием членов Общественного совета Министерства внутренних дел по Республике Дагестан был запланирован комплекс имиджевых мероприятий, приуроченных к Международному женскому дню 8 марта. Сотрудники ГИБДД организовали акцию «Цветы для автоледи». Более десятка автолюбительниц получили цветы и слова поздравления от инспекторов ДПС. Данная акция городским отделом проводится ежегодно в целях оказания внимания женщинам города, сотрудникам и вдовам, работникам правоохранительных органов. Цветы, у нас акция «Цветы женщинам автоледи». Женщинам автоледи, да? Я хочу от своего имени поздравить всех женщин на планете с праздником наступающего 8 марта. Пожелать им самых-самых-самых-самых, то, что может женщина пожелать самого женского счастья огромного, матерям, сестрам, всем. Чтобы каждый год они встречали этот праздник только цветами, как я сейчас на дороге это встретила. В Международный женский день отмечаются высокие профессиональные достижения женщин в политической, экономической и социальных областях. Начальник отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Будайхан Будайханов выразил слова благодарности всем матерям, достойно воспитавших своих сыновей, сотрудников городского отдела. Подчеркнув, что в первую очередь в современном обществе это праздник весны и внимания к женщине, когда представители сильной половины человечества могут порадовать своих любимых и родных женщин подарком и заботой. Поздравляем всех женщин с наступающим 8 марта и хотим пожелать здоровья, счастья и благополучия семье. Поэтому вот сегодня мы раздаем цветы, выезжаем по домам, посещаем жен погибших наших сотрудников. Также поздравляем наших сотрудниц автошколы и все организации. Служащими полиции в рамках празднования 8 марта также была проведена акция «Заботливая мама», в ходе которого сотрудники ГИБДД вручили светоотражающие элементы автолюбительницам для детей, дабы в темное время суток водители были бдительны и обращали внимание на светоотражатели и снижали скорость. По словам инспектора ГИБДД Абдулнасыра Тавбиева, подобная акция проводится городским отделом регулярно. Бурлия Цамбиева, Абдулла Алиев, информационная программа «Пульс».